Всем привет-привет! Сегодня у нас необычный эфир. Дело в том, что мы с моим оператором уехали в глухую деревню на время отпуска. Отпуск будет недолгим, дней 6-7, чтобы отдохнуть от городской суеты. Если кому интересно, можете смотреть мои эфиры. Как мы тут находимся, чем вообще можно заниматься в деревне. По плану у нас поймать рыбы, покоптить ее, пожарить, в общем, полакомиться рыбкой. Сегодня у нас мы топим баню. Я уже пасу коз. Также мы посетим Георгиевский храм. Сходим в лес, постараемся найти орехи. Также планируем сходить за брусникой. Будут у нас велопрогулки. Если погода не подведет, то будем купаться. Шашлыки будут. В общем, скучно нам не будет. Поэтому присоединяйтесь. И посмотрите, чем можно заниматься в деревне. Всем приятного просмотра. Рек у нас сегодня покушал сосиску. Рек, иди сюда, я тебя поглажу. Иди поглажу. Ой, давай лапу. Какой хороший. Сосиску съел. Довольный. Какой он довольный. Красавчик. Сосиску съел. Васька тоже сосиску съел. Не наелся. Иди сюда. Ты с утра ел, ты полторы сосиски съел. Иди сюда. Поглажу тебя. Иди сюда. Хороший. Здесь у нас открылся салон парикмахерская для мужских стрижек. Оператор папу постригает на фоне дровника. Можно записываться. К вам можно записаться на прием? Очень дорого. В деревне парикмахерских нету. Здесь приехал городской парикмахер. Какая у вас стрижка? Как называется? Как получится называется. Будем баню топить. Главное, на зебру, похоже. На кого? На зебру. Стрижка зебра будет.